Всем кулачка, дорогие друзья, вы на канале Квин, и я хотел бы поблагодарить своих новых трех подписчиков, Зендлекса, The Pepper Show и Лендера, создателя Доширак XZ. Чувак, ты лучший, ты делаешь нам контент. Ну, спасибо, то, что вы подписались, смотрите, не знаю, все вы ли наши видео смотрите? Все ли вы наши видео смотрите? Ну, короче, меня вот вы попросили заснять Доширак XZ эпилог. Ну, дождались, вот будет Доширак XZ эпилог. Ладно, это все, что я хотел вам сказать. Спасибо вам большое. Пока. Ну, не пока, сейчас начнется само видео. Будем проходите до Доширак XZ эпилог. Давайте, пока. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Sipping lean, big paper holding. Like a boss. Всем привет, вы на канале The Queen, и это прохождение Доширак XZ эпилог, глава первая. Глава первая, наверное, есть еще и глава вторая, глава третья, может только одна глава, это глава первая, не знаю, узнаем в будущем. Ну, начать. Долго не буду, так, Ахтунг, Кошо или Ахтар, Доширак Квисти Курва. Ахтунг, игра создана криворуким лужком, и это его первая новелла. Не судите строго, пж. Да не бойся, мы тебя строго судить не будем, ты нам контент создаешь. Готов начать? Заводи трактор, сударь, не страшно. Окей, сам захотел. Погнали. Погнали. Прошло 8 дней с хорошей концовки Доширак XZ. О, значит, это по хорошей концовке пошли. Хорошо. Так, все было хорошо, но потом началось. О, наш любимый главный герой Гриша. Ой, блин, я по тебе скучал, Гриша. Так, Гришенька собирался в школу. В этой вселенной нет коронавируса, так что все ходят в школу. Окей? Не окей. Я с этим не согласен. Ладно, ладно. Чёртова школа. Я бы мог сегодня не пойти. Не нагрел градусник об батарею, но... Куда знал, что от температуры 47,9 у меня? Ой, да. Ну, Гриша, видимо, так ничему не научился, мозгов у него не прибавилось. Ну, ничего. Мы его за это и любим. Гриша быстро побежал в шкалку, ибо он уже опаздывал, как всегда. Мне эта школа и не нужна. Не, тебе как раз она нужна. Заткнись и иди в школу. Ну, ладно. Грищенко подошел к своей родной школе, которую он очень любит. Вовсе нет. Тихо, взрослые говорят. Ладно. Гриша. Ась? А. Это кто такие? Так. Это были его friends. Гешка и Комар. Ну, friends, друзья, я знаю. Спасибо, то, что учишь меня английском. Так, комар. А, это комар, я думал, это комар. Комар 9 лет получил прозвище летом. Когда все хотели пить, он ударился коленком в ночь. Нифига, он жесткий. Также ходят слухи, что он торгует снюсом. Гешка. Гешка самый популярный пацан в классе. Каждая девушка хочет его, а тебе нет. Так, а кто сказал это? Вы не знаете ничего. Ладно. Очень любит круассаны. Здравствуйте, товарищи. Союз нерушим. Так, ладно. Кстати, это надо было вставить. Было бы, ну ладно. Привет, чувак, у нас предложение к тебе. Какое? Мы собираемся сбежать из шкалки. Нарушение. Я вижу тут нарушение, мы, да? Комарик, ты шо, крейзи? Вдруг Гришенко задумался пойти с друзьяшками или идти в шкалку. Ну что делать? Так, это сложный выбор. Будем... Ауе! Сбро пойти! Да, погнали, вали! Отлично, идем. Они
с пацанчиками побежали со всех ног школы. Ошалелые молодчики подошли к магазину так, как захотели жрать. Ну, это, Гешка, походу, вечно хочет нравится. Ладно, Гриша, тоби что-нибудь купить? Что сказать? Так, давайте сохраним тебе на это. Так. Не, мне мама приготовила жрать. Да мне чипсаков. Хорошо, идем. Поцаки зашли в магаз с нямкой. Гешка, ты что-нибудь покупать? Что он увидел там? Круассаны закончились. А, купи что-нибудь другое. Окей. О, дожик. Не, друзья, я понимаю, к чему это все идет. Опять лава, опять эти миссии с такси. Идите в жопу. Так. О, Гришника тоже, походу, все. Гриш, да? Гриш, да. Он все. Гриш, ты понимаешь, да? К чему это ведет? Убери его из рук! Ты шо, это просто шрак, ты же его любишь, да? Я могу поделиться. Гриша выхватил доширак из рук Гешки и положил на место. Идем отсюда. Что на тебя нашло? Просто идем. Они ушли. Поцаки оплатили то, что они купили, и ушли из магазина. Ой, какие-то они грустные. Не, ну самый грустный тут, конечно, Гришник, а этим вообще походу плевать. Так, поцаки молча шли по улице и жрали, что они купили. Опа, пацаны, погнали под дерево, там будет хавать. Будем хавать. Ну-го. Мужики сели по дереву и начали хавать и смотреть на машину. Пацанчики хавали, хавали и хавали. Пока Гешка не воскликнул. Ща, у меня в портфеле еще куча. Шо? Ой, надеюсь, там будет что угодно. Хоть сосиска в тесте. Ну, хоть бы там не было доширак. Чувак, не надо, я не хочу из такси. А, нет, тут, наверное, не будет. Это ж нам было. Тогда все, красавчик. Может, доставь. Я не боюсь. А, и да, Гриш, сходи посмотри, что там под другим деревом. Что-то мне это не нравится. Зачем? ХЗ. Хорошо. Какой-то, ну ладно. Гриша только отошел от дерева, как послышались крики. Ну, я что-то так думал. Ооо. А дерево-то колючее попалось. Дерево, под которым они сидели, покрылась шипами. Нифига, я прыгнул, видишь, сказал же, колючее дерево попалось. Что тут случилось? Гешка! Гриша быстро побежал на место крика. Нифига его там кетчупом размазало. Чувак, ты чё? Живот Гешки будто бы был чем-то пробит. Какого хера? Чувак, я сам не знаю. Ой, плачу. Давай плачь вместе. Он был моим лучшим другом. Кто это сделал? За Варду! Чего? Вдруг время как будто остановилось. Этот голос. Джастин Бибер, это ты? Нет, идиотина, это я. Этого не может быть. Нет, я так и думал. Он доширак купил. Это случилось. Конец первой главы. Советую сохраниться и перепрыгнуть. Кошу или автор? Ну привет. Приветик, спасибо за игру, дружище. Да, пожалуйста. Я давно хотел сделать игру жанра новелла, а после игры Лунтия X это желание стало еще больше. А мы играли, кстати? Не, мы играли в Луну HD. Надо будет поиграть в эту игру. Ждите, друзья, моего прохождения Лунтия X. Только я был тупой, как валенок моего деда. Но не суть. После того, как я создал Доширак Экзи, я даже не думал, что он набьет столько просмотров. Да и вообще, что Декарт поиграет в это выйдя. Большое спасибо Декарту и людям, которые посмотрели и ставили лайки, а также скачивали игру. Чувак, ты чё, а мне спасибо. Ну, эта игра вышла еще до того, как мой канал создал. Я создал свой канал, поэтому ладно. Мы на тебя не в обиде. Также советую пройти игру на другую консолочку. Эй, Коша, с кем ты там говоришь? Ой, пора идти создавать ёршик. Ёршик, а ты не сразу Экзи? И верёвка, и мыло Экзи. О,
Если ты правда создал эту игру, сейчас я к автору обращаюсь, если ты правда создал эту игру, такие игры, мы в них сыграем, не беспокойся, нам контент делать. Самый лучший контент это экзи игры, я так думаю. Аривидерчи, господа, ну пока. Так, это была первая концовка. Ну, давайте загрузим и посмотрим. Ладно, давайте посмотрим еще, что тут осталось. Что будет, если отправиться в шкалку? Гришенька обосерился и побежал в школу. Что? Он убежал? Да лоху. Ничего себе, друзья. Гришенька обиделся на друзьяшек, ведь они назвали его лох. Не, ну я бы тоже обиделся, за лохом это вообще обидно. Вдруг прозвенел звонок и начался урок. После 5 уроков. О боже, почему я не сбежал с урока? Я дурак. Дринг-дринг, типа телефон. Алло, это кто? Алло, это я, дурашка. Вы меня звали, дурашка. Ага. Твое экранное время закончилось. Гришка спокойно шел по улице, как вдруг выбежал заплаканный комар. Гриша, Гешка, Гешка, он... Что-то плачешь. Обозвал меня лохом, потом мной. Его убили. А-а-а! Чего? После этого комар... Комар, да. Комар отвел Гришу на место смерти Гешки. Блин, ну думаю, дальше живот Гешки будто был чем-то. Подождите. Это ж было. Да, это было. Все. Понятно. Дальше, думаю, ничего не изменится. Тогда... Так. Да, назад. Блин, не то. Так, стоп, история. Загрузить. Давайте-ка посмотрим, что будет, если, например, кто-то... Не, мне мама приготовила жрать. О, как хочешь. Айды. А, и да, не покупайте доширак. Комар и Геска зашли в магазин, а Гриша остался на улице. Ну еще бы, он уже стол с собой прихватил с жрачкой. Гриша достал из рюкзака стол, шоколадный фонтан и начал кушать. Гришка быстро все скушал, но остался голодным. Ничего себе, он столько всего сожрал, голодным остался. Ну что там, бесконечно, у него бездна что ли в животе, я не понимаю. Ну что, похавал мамкиной еды. Да, но я еще голодный. Ладно, поделюсь своими чипсами. Посыки молча шли по улице и жрали, что они купили. Оп, опа, пацаны погнали под дерево, там будет палочка. Это все. Да. Ладно, друзья. Вот такая вот дичь. В хорошем смысле дичь. Мне понравилось. Игра была угарненькая такая. Прикольная. Ну, спасибо за видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Долбите в колокол. Пишите свои комментарии. Рекламируйте. Говорите друзьям о нашем канале. Рекламируйте. Ну не рекламируйте, просто говорите то, что есть такой канал. Ну и еще раз спасибо Зандлексу, The Pepper Show и Лендеру. Всем спасибо, всем пока.